Снова всем привет. Решил тут сыграть еще один матч. Именно Русев против Рэнди Ортона, так сказать. Русев пытается отомстить Ортону, который будет очень смешно улыбиться. Ну, поехали. Поставил фаст-каунт NVR, попробую уйти в толпу, за кулисы, что-нибудь там показать, попробовать. Посмотри, как просто по-доброму улыбается Рэнди. Правда, он как-то смылился на этом кастом рендере, но ничего. Главное, это улыбка Рэнди Ортона. Он очень подобрел, вы посмотрите. Насколько добрый Ортон. Так, долгая загрузка. Лучше бы я не начинал на загрузке, но ладно, не страшно. Так, аренка Смека. О, Болгария. Очка. Не, ну это просто неправильный прыжок. Очень неправильный. Ну, посмотри, какой он грустный, а. Ну, просто человеку грустно, что он проигрывает постоянно, что он за этот календарный год на ТВ, по-моему, выиграл только где-то два матча один на один. Но против Чеда Гейбла и против Ортона. Очень грустный Русев. Как написали в комментариях, Грусев. А почему на подушечке написано KO? Не понял. Это типа что, у нас там должен был выходить Кевин Оуэнс? Какой-то глюк. Ладно. Кто у нас там дальше? Ортон. Рэнди, да, давай. Опа. О! Блин, говорят люди, что на простой Соньке лагает игра на 8 человек и даже в Лешен Чембер. Мне интересно это проверить даже. Ну, графика вроде такая же, какая была на видео. Даже не знаю, какое отличие основное на PS Pro и простой Соньке. Разрешение, возможно, да? Палки, Ньюик. Блин, ну Ортон, как обычно, начинает развозить нашего болгарского друга. Так. Блин, Русев, наверное, вообще слабый в игре. Так. Опа, контратака от Русева. Нормально, я ему все это еще не правил, поэтому будут некие неточности. Ну, ясно, что ему голос, наверное, не переписывали. Зачем? Ой-ой-ой, ну хоть обновили Русева. Так, я опять все реверсы на говно какое-то просрал. Так, фоллинг хэдбат. Да, у него все это 16-й практически. Но я потом постараюсь ему поменять. Так, Русев. Опа, какой скупслэм, неплохо. Да, да, крики все такие же, ладно. Хэдбат от Русева. Я мачканоид. Привет, фанаты, все. Вот он разделся опять, он невидимо снял свою жилеточку, так. Опа, разгон. И пэмс. Death Press by Рэнди. Это все, конечно, неплохо, но как бы Руси хочет отомстить Ортону. Так, за поражение на Hell in a Cell, так сказать. И тюх. Неплохо. Так. Опа, болгарин кик комбо by Русев. Давай, давай. Так, сейчас мы пойдем за ринг с тобой. Вот он. Так, не получилось. Так, кстати, только мой пятый матч, дорогие друзья. Всего лишь пятый. Столько игра, только пятый матч. Так. Биту гребану оставили, блин, дебилы. Вообще же, нереалистично. Джо, привет.
Так. Опа. Так, пока битва идет вроде бы напряженно, а вроде бы в то же время и нет. Биту опять взял, идиот. Так. Пытка бомбы, не получилось. Ортон Олимпик Слэм, да-да-да-да, старый мувсет у Рэнди. Опа, как Русев прыгнул коленкой, хорош. Белли раньше налетел, ладно. Деспресса Тортона. Так, сейчас мы пойдем в бэкстейдж. Погуляем впервые. Начнем с толпы, закончим бэкстейджем. Так, вот он. Свингин. Суплекс, нокбрейкер, да. Вот фигню ему не убрал. Черт, он меня избивает. Блин. Так, Русев хитрит, быстро возвращается на ринг. Вот он тоже. Русев кос... ему этот прием, что, на простой поставили? Не сигнатура даже, печально. Теперь я пофанюсь с тобой, засранец. Блин, я прицелился на судью. Во-во-во-во-во, ох ты, блейдится Русев, уже. Матч только начался. Опа, Ортон, ой, ему... А, это Голдбергскую анимацию поставили. На, очередной суп-слэм от Русева. Так. Так. Твою дивизию за ногу, воу. Так, вот он, Russian Leg Sweep. Угу, no chance, когда тебя избивает Рэнди Уортон. RKO, no. Так, Русев контратакует, ура! Мачка молодец. Опа, жалко, апстол нельзя кинуть, а. Это очень печально. Опа! Вот так вот. Неплохой кик от Русева. Это, видимо, новенький ему добавили. Ну, хоть что-то добавили ему новенькое. Ну что, пойдем. Вот он, пошли. Так, тут особо, видимо, ничего не поменяли. Хотя не могу понять. Так, оружие больше тут стало, да? Так. Две уже лежит. Класс, ну за это надо было платить. Слэджхаммер, что-то тут Triple H, что ли, гулял? Слэджхаммер, Кэндлстик. Немного с другой анимацией. То есть немного по-другому выглядит, как сказать. Так, дальше тут пройти нельзя. Не знаю, что там летом говорили ютуберы. Стандартное осталось, как и было. Не расширено ничего. Опять наврали козлы. Вот Русев аж недоволен, что врут ютуберы. Так, с этой удар, интересно, поменялся. С мусоркой сейчас проверим, так. Пэлли не дает, собака. О май гад, так. Белли ту Белли, а от Русева, так. Надо, наверное, за кулисы пора идти. Либо как-то не дать ему возможность пробить РКО, потому что будет печально. Ох ты, ё-моё, прям ступенькой. Русев попытается удержать. Раз, два, три. Он бы сейчас удержался, похоже. Печально. Мне это не очень нравится. Так, ну что, тут уже как, драки просто? Да, тут уже просто такая драка идет. Не финиш, а не сигнатуру тут не сделать. Опа! Русев опять сносит Ортона с ног. Фанатов в студии с рекламой теперь. Идем, идем. Пойдем сейчас за кулисы сходим, посмотрим, что и как там. Так, ну да, ничего не расширено, все так же осталось. То, что могли бы расширить, я не знаю. Как освещение его какое стало. А! Не понял. А, да, сюда же просто залезть можно. Хм. Странно. Давай, сюда. А, видимо, с этой рампы скинуть нельзя, я так понял. Даже сюда можно пройти. Так. Об эту штуку можно кинуть? Нельзя. Печалька.
Так, ап. Бэкстейдж, да, на L1, я вижу. Так, я должен, видимо, его ждать. Хм, вот он какого-то хрена появился здесь. Вау, как активно побежал. Я знаю, что это Токей 18. Спасибо, дорогая игра, я знаю. Там ведь это написано, дорогая игра. Так. Пришли. Опа. Нет, в арену я не, на арену я не хочу идти. Я хочу врезать. На. По башке. Ёлки-палки, это больно. Чёрт, телевизор взять. Так, новая система перетаскивания. На. Здорово, судья. Так, что тут? Ну, пойдемте туда сходим. Говорят, тут рестлер может вмешаться в бой, который берут интервью. Сейчас мы проверим, так ли это на самом деле. Кто у нас там стоит? Мисс, что ли? Сейчас посмотрим, вмешается он. Смотрите, он не убегает. Да. Говорили одно, на деле другое. Это просто капец. Сказали, блин, что они могут вмешаться. Ёп. В итоге он просто убежал. Я так понимаю, с ботом нереально сыграть вот этот вот бэкстейдж, потому что он постоянно куда-то Айриш випит. Ортон тем более еще к RKO готовится. И я еще его не реверснул. Не, с ботом тяжело тут что-либо вообще попробовать интересное. Так. Лежать. Лестницу можно взять? Ее можно расшатать. А, взять? Так. Сейчас подожду, пока он встанет. Да, стой. Давай, иди сюда. Сейчас мы будем проверять. Он, блин, держит расстояние. И он меня зачем-то вот опять туда кидает. Белли не реверснул, черт. Блин, он меня еще опять удерживает. Не могу понять логику бота в некоторых моментах. Черт. Зачем ты это делаешь? Класс. Пиратскую сигнатуру свою провел. Кое-чем меня шпом победит. Спасибо, что РКО не стал делать. Тебе что, пофиг на РКО стало? Воу, ничего себе. О, боги мои святые. Опять у меня сюда кинул. RKO, no way. Ну все, походу, полный no way. Пиздец. Отпиздил меня Ортон. Короче, не получилось у меня ничего сделать в бэкстейдже. Блин, печально.